Легли. Раз, два, три. Ложись. Ближе вперед. Вперед. На линию красную. Так. Оставьте Юрия Александровича в покое. Сейчас они уберут. Ты знаешь, они уберут. Так. 10 приседаний, 10 отжиманий, 10 раз пресс. Где у меня секундомер? Для дедушки. Приготовились. Все вместе надо. Значит так. Покажи приседания. Одно. Пресс покажи, как делаешь. Доставай, пожалуйста, руками, доставай стопы. И раз, вот так вот, да. Хорошо, стоп, отжимание. Ниже. Приготовились. 30 секунд. Чемпионат города Кишинева. Все по 10 раз. Внимание. Джиме. Эхо по пустой квартире от слов его, словно птица черная. Хорошо. Все, отдыхаем минуту. Три раза делаем. Так, вы успели. 28 секунд было. Сейчас у вас что, Артем? Чемпионат Республики Молдова. Сколько? 13. Здесь вы почти. Артем взял с Андреем 26-27, Саша 28. На 4 Саныч, вслух ему посчитайте, пожалуйста. А я возьму кого-то из них двоих. Вы его вслух, просто чтобы он... Приготовились, чемпионат республики. Да, 13. Давайте начнем с приседания. Андрюх. Внимание. Вот смотрите. Как только музыку услышали, начинаете делать. Закончилось, значит все. Хаджиме. Тринадцать раз. 13. Руки ближе, Андрей. Руки ближе. Доставай ноги. Время. Не успели. Время 33 секунды. 30 секунд. Вот время я сбиваю. И потом начну. Итак, нет чемпионов республики. Остается 13 раз чемпионат Европы. Давай придумай, что вместо приседаний будешь делать. О, можно я вместо отжиманий буду делать шейку? Нет, шейку нельзя, потому что будешь делать быстро. Быстро, да, и можно повредить. Внимание, вопрос. Пожалуйста, придумай что-нибудь. С 9 до 12.00 и с 15 до 17.00. Что-что? 13 раз, не 13, 2 или 3 раза. Так нет, тут... Нет, ноги работают.
Он туда залезет, потом прыгнет. А что у тебя болит, что ты? У меня тут вот колено, вот надутое, постоянно болит. Уже месяц помню.